Я хочу вам рассказать свой жизненный опыт. В общем, 10 лет у меня была депрессия из-за того, что я не понимала математику, тему умножения, и меня бросил парень. И из-за этого я начала кидать снюс. Первый раз я его попробовала и закинула сразу 2 пакетика и держала 10 минут. Мне было вообще в кайф. Это очень классно, снюс — это очень круто. Вот, и после этого мои друзья начали мне писать только из-за снюса. Они со мной общались из-за снюса. И, в общем, мне пишет мой бывший парень: давай ты мне пакет снюса, а я тебя выебу. Вот, но я согласилась, потому что меня давно не ебали. Но я решила здесь сесть в 9, и мне тогда было 10. Вот, ну, в общем, я ему дала пакет снюса, а он убежал и не выебал.